Всем привет, друзья! Вы на канале Волчонок Гонри. И сегодня мы поиграем в первую часть Smiling X-Corp. Не помню, снимал ли я ее на этот канал, по-моему, нет. Но игру я проходил. Здесь вышло новогоднее обновление. И мы уже видим, типа, новогодние подарки. Плюс Джокер скин, Эриксон фигурка, Хантер фигура. Подожди, по-моему, эти фигурки были... По-моему, подожди. Вот это мне дали. Подожди. А я забыл, как посмотреть другие фигурки. А вот, The Joker. Так мне же ее дали только что. Мне ждали скин Джокера. И охотника. Ну блин, круто, мне дали подарочек. Короче, обнова, новогодняя обнова. Так, это не миссии. Подождите. А ну давайте посмотрим. Давайте посмотрим сначала обычную игру, потом посмотрим на миссии. Если что, то я могу пройти без проблем. Во! Поняли прикол? Вообще, вот эти скины, там, Джокера, вот эти фигурки надо, они покупаются за деньги. Я там вижу елку, радиочасы. Они еще пинаются? Да, смотри, их можно скинуть. То есть, а мы, ребят, с вами получили эти фигурки абсолютно бесплатно, поэтому потом это уберут, когда кончится Новый год, поэтому, ребят, скорее по ссылочке в описании скачивайте эту игру и заберите свой подарок. Скин Джокера, я о нем мечтал. Символ сопротивления. Мы можем взять. Так. Берем монетку. Я там уже вижу елочку. Пойдем посмотрим. Вау! Вот это обновка. Вот это обнова новогодняя. Разработчик не забыл про первую часть. Посмотри, там падает снег у нас. Появились новогодние украшения на домах. Ну и снег падает. А, у него, кстати, анимация походки новая. Да, у него анимация новая. Раньше у него была, по-моему, другая анимация совсем. Так. Ты, боссик, уйди. Что там? Там подарок лежал. Или мне показал. Вот еще, видишь, подарок. Вау, посмотри на елочку. Ладно, давай купим боссу кофе. Так уж и быть. Как пахнет кофе. Я хочу этот кофе для себя. Все, притворяемся, что мы работаем. От этого меня клонит в сон. А почему снег прямо в здании падает? Ребят, посмотрите, снег аж сюда залетает, видите? Так, давай сделаем погромче. Ну, ты там кофе уже попил? Опасно. Ага, все. Вали, я работаю. Ой, где? А, мы во сне. Мы во сне. Вау, мы во сне. Прикольно.
мы во сне находимся. Нам надо сбежать отсюда. Мы сбежали. Все, главное не спать. Ой-ой-ой. Прямо здесь был. Ладно, давай заберем пароль. Хотя не, нам надо секретаршу позвать. Нам надо бумагу запихнуть в принтер. Вали. Смотри, что там у тебя с принтерами. Ключ от офиса 12. А наша секретарша любит охранника. Это мы все знаем, ребят. Пропуск безопасности возьмем. Ключ от машины? Слушай, я такого чего-то не помню. Всякие ключи от машины. Ладно, пойдем. Так, надо посмотреть, никого ли здесь нету. Ой. Ой. А что, она меня не видит? Она меня не видит, представляешь? Или я ж вроде не брал. Фу. Я невидимый. Что за подарок? Нам надо собрать подарки. Поняли? Ну что, ребят, пойдемте собирать подарочки. Это будет очень интересный видосик, поэтому смотри его до конца. Реально, вот это будет круто. Мы будем ходить по корпорации и собирать подарки. Бежим. Бежим, бежим, бежим. Просто бежим. Я не знаю, куда я бегу. О, новая локация. Но пока она нам недоступна. Так, сюда мы не можем. Вот, смотри, тут тоже лежит подарок. Так, он нам тоже нужен? Тихо. Можем вызвать лифт. Надо посмотреть, придет босс или нет. Я думаю, должен. Ну, может, он сам придет просто. Я слышу здесь шаги. Нужен пропуск безопасности. Так я же погодь, не понимаю. Я же уже брал этот пропуск, по-моему. Он у меня был. Давай. Все, мы здесь закроемся, босс меня не найдет. Так, давай посмотрим. Пароль нужен, а... Точно, босс же выронил. Помнишь, когда попил кофе? Да, блин. Да ты меня не видишь, не обманывай. 9755. Ой, я испугалась. Что, он сюда пошел? Окей. 9755. Так, как сбросить? Ага. А я не понимаю, что на этих цифрах. А, то есть даже нельзя графику, да, улучшить.
Это 6. Это 9. 1. Ой-ой-ой, ужас. Я не понимаю, что это за цифры. Ага. 9, 7, 5, 5. Yes. Карта до... Код из... Северной. Так, это нам пока, наверное, не надо. Все, мы взяли наш пропуск, который у нас так долго просили. И заберем подарочек. А здесь шторы закрываются. Хорошо, что да. Три из четырех. Пойдем ломать компьютер. Окей, ребят. Где там босс? Где он ходит? А, блин. Все, он здесь пока постоит, тут потанцует, подумает. А мы... Мы видели у охранника... Он бегает как босс прямо. Подожди, то есть мне нужно время. Ребята, мне нужно больше времени. Замаскируемся. Чё ты здесь стоишь? Уйди. Пошёл вон. Ой, здесь уже открыто. Привет. А ты меня не видишь, да? Ну ладно, давай все сделаем по-честному. Сломаем компьютер ему. Да пошел вон. Последний подарок. Итак, что же будет? Ё-моё, Дед Мороз, спасайся. Что? Хорошего Рождества и счастливого нового 2023 года. Спасибо за игру. Концовка прикольная. Реально прикольная концовка. Вот такое, ребят, было видео. Если вам понравилось, оценивайте по желанию. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока-пока.